во дворе дома на Сторожевой улице в Москве дерево обрушилось на 11-летнюю девочку. Ребенку потребовалась медицинская помощь. АЧП, сообщила прокуратура Москвы. Ведомство начало проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося. Сегодня в столице продлили желтый уровень опасности из-за аномального снегопада. В столичных аэропортах было отменено почти 50 рейсов. Еще два дня в Москве будет идти снег, а сугробы могут вырасти более чем на 10 сантиметров, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. На погоду в Москве в начале апреля будет влиять северо-восточная периферия активного балканского циклона. В связи с этим в городе ожидаются осадки, временами переходящие в мокрый снег. Отмечается, что прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.